Инициатива президента Казахстана о закрытии Семипалатинского ядерного полигона сразу же после обретения страной независимости явилась проникновенным посланием всему миру. Об этом в Брюсселе в интервью нашему корреспонденту заявил депутат Европарламента Струан Стивенсон. За все время действия полигона здесь было произведено около 500 взрывов. Внешнему облучению подверглись свыше 2 миллионов людей. И решение Нурсултана Назарбаева прекратить ядерные испытания послужило тогда важным сигналом для всего человечества, подчеркивает европейский парламентарий. Женат Эрнст подробнее. Сегодня Струан Стивенсон, член антиядерного движения Казахстана из Европарламента, даже точно не вспомнит, сколько раз он посетил обожженные атомом земли близ Семипалатинского ядерного полигона. По мнению парламентария, жители поселков там являются реальными жертвами холодной войны между Западом и Востоком. Очень многие думают, что холодная война между Западом и СССР не имела никаких жертв. Но по факту обе стороны направляли друг на друга ядерное оружие. Обе тестировали его. И от взрывов на Семипалатинском полигоне пострадало очень много людей, многие из которых испытывают на себе последствия радиационных испытаний до сих пор. На протяжении многих лет депутаты, почетный гражданин города Семея, проводят масштабные информационные кампании, чтобы убедить мир в необходимости прекращения атомных тестов. И каждый раз подчеркивает важность победы Нурсултана Назарбаева в деле прекращения ядерных испытаний в стране. Президент независимого Казахстана раз и навсегда объявил тогда: мы избавимся от ядерного наследия и прекратим все испытания на Семипалатинском полигоне. Это послужило очень хорошим наглядным уроком для всего человечества. Откровенно говоря, Нурсултан Назарбаев заслуживает огромного глобального уважения за это достижение. Стивенсон – автор нескольких книг о последствиях ядерных испытаний. Все средства от реализации изданий депутат направляет в нашу страну на лечение онкобольных детей. И призывает весь мир, по примеру Казахстана, навсегда отказаться от ядерного оружия. Жанна Тернест, Жомарт Ахметов, Брюссель, Бельгия.